Всем привет, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня в кабинете будем делать звукошумоизоляцию 2 в 1. Для этого мы закупили специальные панели, называются Sonoplat Combi. И здесь вот момент у нас такой получается. Отсюда здесь начать. Дверь, да? Ага. Дверь вот так. Дверь такая, ширина, да, идет? 10. Десятка дверей и чуть-чуть вот такое расстояние, да? Или как вас правильно? Надо чуть-чуть. Чуть-чуть сдвинуть, да? Да вот отсюда. Давай маленько, много не надо. Вот. Примерно. Вот так. Так, а здесь у нас получается замазка, да, пойдет? Ага. После гипсокартона у нас жидкий гвоздик, кусок гипсокартона. Угу. А начинать будем с этой стороны или лучше оттуда сюда пойдем? Туда, потом оттуда вот сюда. А если мы отсюда пойдем, упремся и срезать будем, да? По-любому срезать. А, так и в любом случае срезаем. Да. Угу. Так, сейчас покажу просто состав. Здесь идет у нас панель. Прессованное целлюлезное волокно, минеральная какая-то кварцевый наполнитель и древесина. Эти панели крепятся к стене без сборки каркаса. Будем это все дело крепить сейчас жидкими гвоздями. По технологии вообще, конечно, не написано, что жидкий гвоздь. Они крепятся специальными пластмассовыми дюбелями. Но чтобы была крепость, Арман сказал, что нужно все-таки гвозди, да, попробуем. Если вы собираете вот стандартный гипсокартон, то там вы крепите дюбелями вот эти направляющие, каркас собирается, все крепко. А в этом случае получается, вы просто к стене, их можно сказать на сопли, нужно крепить. Поэтому мы решили все-таки как-то это дело усилить, хотя бы, чтобы была связка вот такая. Вот они, панели. Стоит это дело, конечно, недешево, но тут у меня будет кабинет. А в кабинете у меня будет шумно. Я снимаю видеоролики, разговариваю там по скайпу. И тут же у меня находится детская комната. И как вы видите, здесь перегородка такая. Будет очень шумно. Если я здесь сижу ночью, разговариваю, детям буду мешать. Тут мы в комнате тоже шумоизоляцию сделали, но здесь она обычная. Просто вот эта вата, Технониколь, и сверху гипсачом закрыли. Здесь я решил все-таки сделать это посерьезнее. Так, вот такой вот процесс. Будем сейчас экспериментировать, если все получится. Вот, пожалуйста, вам вариант, как можно крепить панели. Парус, а тут нужно будет нам, получается, просверливать, а потом просто пластиковыми вот этими забивать, да? И все. Так, а, ты принес же, да, вот эти штуки? Так, вот такие вот пластиковые дюбеля. Вот они полностью. Чисто из пластика. И еще специальный скотч тоже. Вот эти все края будут промазываться. А, кстати, мы же будем еще замазывать, да, Варус, с этим звукоизоляционным вот этим, как он называется-то, Техносонус Санетик. Это плотный однокомпонентный силиконовый герметик на основе акриловых компонентов, предназначен для герметизирования стыков.
в конструкцию для снижения звуковых колебаний. Обеспечивают высокую виброизоляцию стыков между конструкциями. Так, а вот здесь стыки мы потом будем или здесь промажем тогда? Нет, сейчас второй ряд я поставил. Вот этот. Потом стыки промазываем, а потом уже пойдем клеить, да? Ну так не отличишь, да, что какой-то другой герметик, как будто вот этот обычный. Хернию страдают, да? Но. Ну посмотрим, насколько это реально звукоизоляция. Вот эти панели, скотч, вот эти дюбеля пластиковые и вот этот вибрационный, то, что Ворос сейчас мажет, это все в одной конторе я покупал. Первичек, кстати. У них, получается, все предназначено якобы для шумки. Но то ли это просто рекламный маневр, чтобы денег с людей... То ли лохотрон, да, то ли это в действительности работает, тут не угадать. Ну потом посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Тут у нас в той комнате будет обычная шумка, можно сказать, за копейки сделана, а здесь будет шумка посерьезнее, которая якобы намного мощнее. Сейчас кто производитель посмотрит, скажет, что за самодеятельность. Что вы химичите? Ну вот Арман с Воросом решили доработать. Не у всех бывают идеальные стены, потому что вы просто не сможете их прилепить. В итоге все просто тупо развалится. Наш чёткий. Все, первое пластиковое. Плюс еще гвозди. Каненко.
Черкесов отца был, дорогие. Черкесов спас интересно. Так, все обшили уже с картоном. Получилась вот такая вот стена. Промазали все уголки, заклеили скотчем. Теперь будет шумо-звукоизоляция. Вот такая вот толщина получается. Все, можно закрывать. Гробик.